Добрый день, приветствую всех на канале Boston Technic. Меня зовут Денис. Хочу предложить вашему вниманию телескопический погрузчик Merlot. Погрузчик 2003 года выпуска. С наработкой всего 8000 мод-часов. На данном погрузчике стоит мотор Perkins. Сейчас давайте его посмотрим. Также имеются передние гидравлические лапы. Грузоподъемность данного погрузчика 3,5 тонны. Вылет стрелы 13 метров. Стрела целая, без сварки, без лопин, без трещин. Гидравлика работает очень хорошо. Стоит хорошая резина. Погрузчик полностью обслужен. Все втулки заменены. Салон, несмотря на свой возраст, в хорошем состоянии. Возможно, любая форма оплаты, наличный, безналичный расчет. Так что, если вас заинтересовал данный телескопический погрузчик, звоните, пишите. Будем рады вам все рассказать и показать. Всего доброго!